Редкую находку сделали в районе Галапагосского архипелага. Исследователи обнаружили место размножения обыкновенных акул-молотов. У острова Исабелла морские биологи поймали и пометили молодую самку. Теперь будут наблюдать за ее передвижениями. Это позволит узнать, вернется ли она для размножения к Галапагосским островам. Обыкновенная акула-молот или молот-рыба входит в семейство молотоголовых акул. Обитает в умеренных и тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Вырастают эти акулы до 3,5 метров. Ученые также регистрировали молот-рыбу длиной 5 метров и весом 400 килограммов. Взрослые акулы ведут одиночный образ жизни, но иногда собираются в стаи. Эти хищные рыбы опасны для человека. В то же время им угрожает исчезновение. На них охотятся из-за их плавников. Также хищницы часто погибают в прибрежных сетях, которые защищают пляжи от акул. Акулы-молоты – живородящие, для размножения собираются в естественных питомниках. Раньше таких мест не находили рядом с Галапагосскими островами, поэтому исследователи называют свое открытие исключительно редким. Точные координаты мест размножения акул-молотов не сообщают, чтобы защитить их от рыболовов. На самих Галапагосских островах обитает много эндемических представителей фауны. Например, галапагосские черепахи, морская игуана и нелетающий баклан.